Привет всем, друзья! Это канал Сосиска в тесте. И сегодня с вами главная сосиска хочет поговорить о такой теме, как 2000 подписчиков, ребятки. 2000 подписчиков на нашем канале. Я очень сильно рад этому событию, так как для меня, честно, эта цифра, наверное, когда я начинал, была недосягаема. Да и было достаточно много людей, которые говорили о том, что да, ты ничего не добьешься, зачем тебе вообще это дело, ты больше 1000 не наберешь, это 100%. Вот. Ну, я, если честно, так же думал, особенно читая комментарии хейтеров, которые там обливают тебя грязью, как только хотят. Эти дизлайки раньше тоже для меня были это большой, наверное, удар, но вот сейчас я больше уже смотрю на это через большую-большую улыбку. Также, конечно же, смотря на те каналы, которые развиваются с большой скоростью, там 10 тысяч подписчиков и больше за год, которые вот у меня почти канал уже год, быстро набираются, тоже падают руки, но, ребят, конечно же, бывает такое время, когда приходишь и думаешь, какого черта я таким делом занимаюсь, это так интересно, то есть свободное время всегда есть у человека, и, пожалуйста, снимай видео, это очень интересно, да и тем более благодаря этому и словарный запас повышается, и как бы развитие речи, так что это очень такое увлекательное дело. Наверное, хотелось бы перейти уже к благодарностям, да, это, конечно же, огромная благодарность Александру с канала SNG, который подтолкнул меня на эту идею, на это дело, да, создание канала. Именно благодаря его толчку, его каналу, можно сказать, этот канал и был создан. Да и если бы не он, то столько бы вас сейчас не было на канале, я думаю, меня смотрел только я, мой кот и бомж, живущий у меня у подъезда. Вот, это мое мнение, ребят. Также хотелось бы, конечно же, сказать огромное спасибо Мише Родченко, который очень сильно помогает и морально, и вообще каналу. Конечно, иногда он меня так подбешивает, да, там, когда он любит так поспорить, ребятки, доказывать что-то. Он, просто мы тут, бывает, засиживаемся в споре, и потом друг друга там не лезло. Ну, короче, очень добро друг друга называем. Надеюсь, сейчас, когда Миша смотрит это видео, не материт меня. Да, Миша? Я надеюсь, нет. Ну что ж, а сейчас мы, наверное, перейдем к часто задаваемым вопросам, которые вы мне пишете и в группе, и в личку ВКонтакте, и в личку в Ютубе. Давайте перейдем. Первый вопрос – это чем же ты записываешь с ПК и чем записываешь с PlayStation? На ПК я записываю бандикамом и фрапсом, наверное, самые популярные программы для записи. PS4 записываю с помощью AverMedia, ребят. AverMedia. Второй главный вопрос, который постоянно задают и на стримах, и в видео, и в личке везде. Где же ты живешь и сколько тебе лет? Живу я в городе Нижний Тагил. Адрес я говорить не буду. Надеюсь, вам это не важно. Мне 21 год. Да, уже вот такой вот я старик. Где я работаю? Помимо Ютуба есть, конечно же, главная и официальная работа, да, это я работаю педагогом дополнительного образования в городском дворце творчества для детей. Вот, ребятки. Еще постоянные вопросы, где расписание на канале? Расписания на канале нету, потому что работа и времени на какое-либо расписание, чтобы серии выходили вот прям точь-в-точь, нету такого.
И, конечно же, еще самый-самый-самый главный вопрос, и почему сосиска в тесте? Друзья, этот ответ вы можете найти в первом моем подкасте, посвященном 1000 подписчиков. Там вот ссылка будет в описании, вы можете перейти на него и посмотреть, почему именно сосиска в тесте. Ну, на этом, наверное, мы закончим самые часто задаваемые вопросы и перейдем к планам на канале. Первый самый большой план, который будет буквально через ровно месяц, ребят, это день рождения канала 3 января, да, кто знает. И 24-часовой стрим с каналом SNG, то есть с Александром. Мы будем стримить по 4 часа различные игры, да, то на моем канале, то на его канале. Вот. И, кстати, да, канал Александра тоже день рождения 3 января. Вот это у нас совпадение, причем мы не договаривались. Вот, второй план на предстоящие месяцы, ну, на предстоящие, там, не знаю, полгода, могу вам рассказать, это сходка подписчиков в городе Екатеринбург. Я знаю, что достаточно много у нас подписчиков и из Нижнего Тагила, и из Екатеринбурга, да и из Свердловской области. Вот, если, конечно, есть такие желающие прийти на сходку куда-нибудь там, не знаю, или в Мегу съездить, или в Карнавал, ну, найдем мы место, да, в Екатеринбурге достаточно много мест. Площадь 905 года, ну, найдем. Вот, но это планируется не в ближайшее время, после января, в конце февраля, может, в середине февраля. Когда у меня все наладится с моей разбитой машинкой, и я приобрету себе новую, ребят. Как только приобрету, сразу же еду в Екатеринбург, потому что планов на ИКАТ очень много, так как давно там уже не был. Третий план на дальнейшее существование канала, это, конечно же, так как появилась вебка, что-то с ней нужно делать. Это, конечно же, стримы с веб-камеры, вы их уже видели на канале. Также, наверное, все-таки будут у нас хорроры на канале, хорроры с вебкой. Но пока что-то до хорроров руки не доходят. Как-то мне мой пукан дорог, и мне страшновато это все проходить. Тем более на вебку вдруг что-нибудь ненароком произойдет со мной. Так что страшно. Хотелось бы, конечно, проходить и новинки, которые будут, да, но игры дорожают, на PlayStation вообще дорожают, да и смысл мне, наверное, на ПК приобретать их нету, потому что, ну, компьютер, он компьютер, это железо, которое в любой момент может не выдержать, причем записывать очень ему трудно будет и держать игру тяжелую, и записывать. На PlayStation игры дорожают и дорожают, ну, везде они дорожают, но на PlayStation порядком они повзросли. Если мы покупали GTA-шку за 3, то она теперь стоит 5 штук, ребятки. Это очень-очень много. Тем более для такого канала, для маленького, как мы. Да, сейчас на канале только GTA 5 онлайн, прохождение GTA 5 по возможности записи, которую я провожу. FIFA 15, да, Ultimate Team почему-то я приостановил запись, но, наверное, начну с ванапа. Буквально вот на днях, может быть, все-таки решусь снять первые серии Ванапа, там как пойдет. НХЛ, конечно же, карьера за Александра Хомутова. Все-таки, я думаю, перейдем мы на уровень выше. А также карьера за Вашингтон, у нас уже нету ее 2 недели, я ее отдыхаю от нее, ребятки. Так что она скоро выйдет. Также NHL Ultimate Team будет на стримах, ну, наверное, в эти выходные посмотрим там, потому что у меня работы завались, ребят. Ну и, наверное, самое главное для вас, для меня, это вступайте обязательно в группу ВКонтакте, чтобы вы видели все новости, которые происходят со мной, с каналом, со всем, что его окружает. Также вы можете, конечно же, кто хочет лично со мной пообщаться, позадавать вопросы, может быть, кто-нибудь там хочет сотрудничать,
Можете добавить меня в скайпе. Ник мой в скайпе сосиска в тесте YouTube. Вот сейчас он, вы видите на экране, вот тут вот где-то вот рядышком. Еще раз, конечно же, большое спасибо вам, моим подписчикам, которые помогают мне в развитии, помогают своими лайками. Ну, дизлайки тоже помогают, потому что нужно совершенствоваться, это я согласен. Ну а кто, ребят, еще не подписан на канал, подписывайтесь, буду очень рад вас видеть. Всем спасибо, кто слушал мой бред. Кто не слушал, тоже спасибо. Но я думаю, если вы досмотрели до этой секунды, вы все равно меня слушали. Ну а сейчас всем спасибо, кто был сейчас со мной. Всем пока, ребят. Пока-пока-пока.